Всем привет, с вами Дилнос, и сегодня у нас относительно новый хоррор от Шилосарт «Баня». Собственно, Батхаус, какой-то у нас уже источник на заднем фоне, и погнали. Да-да-да-да, все заново. Я до этого просто звук проверяла, поэтому да, игра была запущена, но я не играла, поэтому... Что-то ты тиховат стала, конечно, немножко убавила игру, но... Не настолько уж сильно. Ладно. Отличная работа. Сегодня ты убираешь сауну. В шкафчике с принадлежностями для уборки есть ведро. Сложи туда полотенце. Сложу. Давай тебя чуть-чуть погромче сделаем. Чё ты такой? Тихий у нас. Мужчинка. Ну, я думаю, хватит. Если что, еще погромче сделаем. А так, подождите. Почитать можно. Посетители. Не соблюдающие правил заведения не допускаются к использованию нашего сервиса. Допускаются только посетители, принимающие наши условия. Раздевалка, банная зона, правила заведения. Для посетителей в состоянии алкогольного опьянения или для посетителей с татуировками вход запрещен. Совместное посещение смешанной ванны разрешено только детям до 6 лет. Просьба воздержаться от купальных костюмов. Не плавать, не нырять, не бегать, не спать в сауне. Запрещено делать фотографии. Пожалуйста, не проносите никаких записывающих устройств. Просьба не окрашивать, стричь волосы на объекте. А у кого-то было желание? Вот это интересно, у них жизнь банная. Цены на посещение бани. Взрослые от 12 лет, учащиеся средней школы и старше 500 йен. Дети от 7 до 12 лет, учащиеся начальной школы, 150 йен. Дети до 7 лет, дошкольники, ну, бесплатно. А если ты старше 12, но ты не учащийся? А, ну и старше. Хорошо, важные указания. Так, значит, нам сказано. Ведро взять, полотенце собрать. Да будет так. Хорошо. Я уже тут осматривалась на самом деле немножечко. Ведро у нас лежит вот здесь. Мне казалось, что я что-то там упустила. Да, вот эту записочку. Потому что я же помню, когда я, опять же, все настраивала, смотрела, где что можно потрогать. Описание работы. Отказывать в обслуживании посетителям, не соблюдающим правила заведения. Препятствовать всем посетителям. Просто колоссально. Приветствовать всех посетителей. Принять оплату, выслушать пожелания клиента и поместить необходимые принадлежности в корзину. Следить за температурой воды, проверять состояние клиентов и контролировать температуру воды в бойлерной. Следить за чистотой банной зоны. Собственно, да. Вот наша выручка, как я подозреваю. Ну ничего, работенка не пыльная. А если даже где-то пыль присутствует, мы ее пойдем и смоем. Полезный навык. Собираем полотенчики. И что мы видим? Мы видим элемент хоррорности. К сожалению, я тоже полирнула себе конкретно вот этот кример. У меня все еще от него дергает, если честно. Куча волос. Я же говорю, неприятно. Волосяной монстр. Вот, ребята. Это, судя по всему, мы. Я так подозреваю. Лежит женщина. Ну, хорошо, ладно, девушка. Головой вниз. Смотрит под воду. Судя по всему, она была в отрубе. Я не знаю, спала она, кто-то ее вырубил или еще что-то. Ну да, мы в ванной, с телефоном, ай-яй-яй. А если упадет? Прям очень устойчивая поверхность, конечно, в кавычках. Не берите в ванну телефоны. Алло? А, давно не виделись. Да. С тех пор, как мы выпустились из приюта? Как поживаешь? У тебя все хорошо? Да? Да. О, правда? Понятно. Ну, может, ей, конечно, понятно, но мне пока ничего не понятно.
Кроме того, что этот хоррор был выпущен в августе, ровно так же, как и Parasocial, и мы ровно так же тусуем в ванной. Ну, правда, тогда тусовала наша подружечка, но все равно опять фигурирует ванна. И, ну, такое интересное как-то замечание, подметка, заметка, заметка. Хорошо, остановимся на этом. Я получил сообщение из одного учреждения. От кого-то, кто меня знает. Этот человек хозяин общественных бань, и он предложил мне поработать у него. Он также согласился предоставить мне квартиру, похожую на то, что сами бани находятся где-то в сельской местности. Возможно, вся эта городская жизнь и правда не для меня. Может, стоит попробовать? А, то есть. Мы, значит, лежали, чили в ванной. Нам позвонил дружбан с приюта, такой, вот, баньки есть, короче, есть бизнесок, есть темочка, давай, помогай, не обделю тебя заработком. Какой сильный ливень. Нужно скорее добраться до квартиры. Кажется, мне нужно найти квартиру 202. Так, shift бежать нас уже учит. Интересно, конечно, весточка. У каждого свои дела. Назовем это так. Ух ты! А кто там? Как будто бы обезьянки, судя по звуку. Но я не вижу никого и ничего. Хорошо, подождите. Я хочу сходить сюда. Я хочу здесь поподробнее все рассмотреть. Какие-то тут статуи. Еще какая-то вещь. Извините, пожалуйста, не знаю я. Это у нас что-то китайское, да? Или японское? Шилсарт. Они ссылаются на что? На какую страну? На Японию? Так, ну ладно, хорошо, допустим. Идем дальше. Здесь я тоже видела, что можно прочитать. И, собственно, разыскивается вот этот паренечек, рост 180. Внешность, худощавое телосложение, короткая стрижка. Тору Марухиса, 23 года. А так и не скажешь. Если вам что-то известно о местонахождении разыскиваемого лица, просьба обратиться в недвижимость Гоку. Хорошо, разыскивается пацан, 23 года. Подождите, еще раз. Тору Марухиса. Тору. Хорошо. Стараемся запомнить. Тору Марухиса разыскивается. Если какого-нибудь подозрительного Тору мы встретим, то обязательно сообщим. Парень, здрасте. Каково тебе курить? Ну, хотел сказать, каково курить тебе под дождем, но в целом-то он под крышей. Так, курить это вредно. Бросай сигарету. Да, что ты так смотришь на меня сквозь свою кепочку? Бросай сигарету. И все. Так, хорошо. А ты не Тору Марухиса как раз-таки? Ты куришь сигарету щекой. Ладно, хорошо, я оставлю тебя наедине с моими подозрениями. Сама поднимусь наверх. Так, 203, соответственно, 202. Да, все верно. Да, открой. Опа, меня не пускают в свой же дом. Ну, не судьба, походу. Так, Марухиса, ты сейчас ко мне прибежишь, нет? Помоги, мужчина, дверь заклинила. Мне же сказали, что должно быть открыто. Ага, и что мне теперь делать? А что с таким звуком? Сколько лет, сколько зим? Давно не виделись с тобой. Вот прям для прививки подходишь. Но Димка уже брал. Ты, должно быть, Майна. Рад встрече. Большое спасибо, что пришла. Бани находится прямо напротив этого дома. Довольно удобно, а? Ты будешь жить в квартире под номером 202. Дергает бровями своими. Она, конечно, немного старовата, но интерьер вполне неплох. Эмма, тебе сейчас 24, верно?
Мне 23, мне исполнится 24 через 3 дня. Уже вот-вот. Ага. Мои поздравления. Меня очень радует, что такая молодая девушка пришла ко мне на помощь. Ну ладно, вот твои ключи. Как будешь готова, приходи в бане. Ух ты, а чем я их держу? Направо, налево посмотрю. Хорошо, как буду готова, обязательно приду. Ага. Что мы имеем? Раковина, комфорки. Место, куда мы пройти не можем. Разместить чемодан. Нажмите Tab, чтобы открыть инвентарь. Пустые руки. Ключ, чемодан. Так, хорошо. Ставим чемодан. У нас будет инвентарь. Что я делаю? Battle Flip Challenge, ребят. Как в старые добрые. А он ведь говорил, что интерьер неплох. Какие странные царапины. Так, хорошо, уже какая-то хрень здесь происходит, понятно. Уже обязательно что-то, что происходит именно со мной. Я играю с бутылками, и меня остальное не волнует. А ты не можешь их... А-а-а! Вот оно что! Их теперь таскать можно! А-а-а! Вот это век технологий. Да что ты делаешь? Брось ты уже. О, молодец. Так, немножко дерганое все. Ну, надеюсь, что не сильно глаза режет. Да кинь. Молодец. И это мы тоже уберем. Так, мусорный пакет. Пойдем выкинем, я так подозреваю, да? Но с другой стороны, что нам копить? Правильно? Собрали мусор. Сразу выкинули. Ничего не пахнет. Удобство. А куда? Это не мусорка? Нет. Но это мусорка, видимо, не того плана. А куда выкидывать надо? Не подскажешь? На, выкинь. Советую помочь. А то я начну закипать и выкину его прям в тебя. Казалось бы, ты не виноват, но скоро будешь. Так есть какая-нибудь система мусоропровода? Не знаю, соседу подкинь. Передай другому. Горячая картошка. Ё. Выключи. Спасибо. С днем забавных ситуаций. Оказывается, это все-таки мусорка. Да, это мусорка. А почему здесь были какие-то обезьяньи звуки? Я не всматриваюсь, на полном серьезе думала, что там какие-то обезьянки, что это вольер. А это просто мусорка. Ага, прекрасно. Мне дали достижение за то, что я выкинула мусор в первый день. Сразу пошли, мы готовы. Мы готовы, мы сразу бежим. Ух ты. А зачем я это делаю? О, Шилосард! Это отсылка? Это ваш мерч? Если свалю все, что-то будет? Ничего не будет. Так, какой-то вселенский затоп у меня, но ничего страшного, бывает. Бани — это не вот это здание. Бани — это здание, напротив которого сидит женщина. Вот оно что. Хорошо. Я здесь и закончила. Здравствуй. О, ты уже здесь? С сегодняшнего дня ты начинаешь работать в наших банях. Сейчас я объясню твои обязанности. Сперва встань за эту стойку. За вот эту, хорошо. Пусти. Пустил? Пустил. А, все, понято. Встала. Отлично, просто следуй моим инструкциям. Сейчас я притворюсь клиентом, так что попробуй сделать, что я скажу. Для начала убедись, что ты взяла деньги, которые клиент положит на стойку. Вот, держи.
Держу. Цугини, Далее выслушай клиента. Он скажет, какие средства ему нужны. Тебе нужно поместить их в эту корзину. Не клади туда вещей, о которых тебя не просили. Ну что, давай попробуем. А, С, присесть. Хорошо. А что ты просил? Ты говоришь, не клади туда вещей, которые тебе не просили класть. А что ты просил класть? Что? Камеры. Ой. Послушать. Ничего не делать. А это что? Это вот как раз послушать вариант или что это? Ну давайте, хорошо. Попробуем его. Влажные салфетки, гель для душа, шампунь. Так, влажные салфетки, гель для душа, шампунь. Так, тебе полотенце не нужно. Ой, извините. Не поваляешь, не попользуешь. Бритва вам тоже не нужна. Блин, интересно, они с каждым разом придумывают все новый и новый геймплей касательно их игр. Ну, готово. Не так уж и сложно, правда? Просто делай то, что мы сейчас отрепетировали, и не забудь приветствовать клиентов. А дальше? А, это, конечно, тот еще геморрой, но... Сейчас научу тебя работать с бойлером. Идем за мной. Ой. Так, тихо. Он отомстил мне за то, что я ему по лбу дверью угвоздила. Ну, прости, я не специально. Ты слышишь? Злопамятный какой. Уже прохладное. Давай повысим температуру в бойлерной. Это куда? Ага. Вот эта дверь? Ну да. То слушайте, вы гений телепортации. Так, хорошо, что мы имеем? Ай, как раз на бойлерную были камеры. Да, это женская или мужская была? А почему он понижает? Тут все понижается, а как повысить? А... Так, ну тут дрова. А, дровишек подкинуть. А, опять таскать, хорошо. Дровишки, так дровишки. Прикольно, учитывая, что все это еще будет с элементом хоррора, это выглядит очень даже недурно. Итак, сейчас я научу тебя регулировать температуру в ваннах. Если ты нажмешь на рычаг, то температура снизится. А если подкинешь в печь дров, то это повысит температуру. И не нужно засовывать туда ничего, кроме дров. Иначе будет такая вонь. Так, это намек, ага. Самая идеальная температура отмечена оранжевым, так что важно сохранять ее в этих пределах. Вот, погляди, температура воды в мужской бане упала, так что нам нужно снова ее повысить. Ну-ка, попробуй. А если я, ну, уже... Прекрасно. Почаще проверяй состояние клиентов и старайся поддерживать воду в комфортной для них температуре. Ах, да, сами показания еще можно проверять на мониторе у стойки. Так, давай перейдем к следующим задачам. Хорошо. Нам пока объясняют азы. Учимся быть прилежным работником бани. Блин, не боишься что-нибудь подхватить? Или у нас прям стерильная банька? Поговорим теперь об уборке. Как только заиграет музыка, сигнализирующая о закрытии, это значит, что самое время начинать уборку. Давай я покажу тебе, что мы делаем сегодня. А сегодня мы чистим ванны. Мужской раздевалки и шкаф с принадлежностями для уборки. Прихвати щетку и крюк для ванны. Так, щетка, крюк для ванны. Используй крюк, чтобы слить воду. Затем очисти ванну от грязи с помощью щетки. Попробуй для начала отмыть ванну передо мной. Так, ванну перед тобой? Это ты о чем? Ой, смотри, я плаваю. Подождите, щетка и крюк. Так, в общем, что мы имеем? Что я поняла? У нас две баньки. Ну, это и так было понятно, но я нашла вход в женскую, я так подозреваю, правильно? Хорошо, из бойлерной. Из бойлерной. Тут у нас температура, а где у нас вход в мужскую? Вот.
То есть женская, походу, и мужская, где мы сейчас, правильно? Теперь мы идем в то место, где было ведро у нас. И здесь уже берем щетку и крюк. Крюком мы должны подцепить. Подцепить, я говорю. Что-то затыкающее слив. А щеткой очистить данного. А, прям так. Ух ты. Отлично. Эту ванну ты уже убрала. Так что сегодня ее больше не нужно трогать. Но я еще приду, проведу себя перед уборкой. Дальше можешь действовать по ситуации. Ой, чуть не забыл сказать тебе кое-что важное. Уверен, ты уже в курсе, но на всякий случай, в нашем комплексе есть определенные правила. Клиентов, которых не соблюдают, обязательно нужно выпроваживать вон. Даже если они уже зашли в воду. Нет никакого смысла дожидаться, когда они закончат принимать ванну. Наши правила прикреплены к стене позади стойки. Обязательно изучи их. Майна, похоже, что у тебя есть голова на плечах, так что я уверен, что все будет в порядке. Все-таки дурно от одного только нахождения здесь. А, ничего, просто у меня еще целая куча дел. Ну, все остальное на тебе. Три клиента на мне, да? Тихо. А мне куда? Ой, здрасте, 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 извините, ой, мамочка. Правила еще раз мне, пожалуйста. Алкоголь нельзя, детям до 6 лет не плавать, это не нырять, не бегать, не спать. Да, тут. Чё? Послушать. Влажные салфетки, полотенце. Без проблем. Так. Деньгу. Влажные салфетки. Держи. Полотенце. Держи. Меня зовут Фута. Приятно познакомиться, милашка. Тебе это место не кажется каким-то странным? Тебе, наверное, не по себе, да? Ну, когда ты что-то подобное говоришь, ну да, мне не по себе, действительно. Так, чё, ты не в алкогольном опьянении, что с тобой? Подожди, ничего не делать пока. Ничего не делать, я сказал. Ладно. Полотенце, бритва. Деньга есть? Все. Тогда можно и выслушать. Полотенце, бритва. Сейчас научимся. Бритва. Погнали. Ты здесь недавно работаешь? Эй, ну скажи ты хоть что-нибудь. Ох, как же бесит. Все-таки женщины ни на что не годятся. А лучше бы вместо тебя здесь стоял парень. Все понятно. Даже комментировать это не хочется. Так, фотографии нельзя. Волосы не стричь, не окрашивать. Не спать, не бегать, не плавать. Смешанные купания, там дети. Ну и все, и алкогольное опьянение. Хорошо, что мы имеем? Здравствуй. Так, ты плаваешь. Ну, в смысле, ты просто сидишь, все нормально. Ты пошел в другое место. Хорошо, отлично, супер. Сейчас пытаемся освоиться. Спокойно, заходим. Клиентов нет. Что мы делаем? Где камера? Мы вот тут смотрели, да? Вообще там горячо. А сказали, что как бы оптимальная температура это теплая. То есть мне нужно пойти остудить их. А мне это как расценивать? Эй! Этот чувак только что до моего зада дотронулся. Именно такие, как он, портят эти бани. Тебе следовало следить за этим и вышвыривать отсюда всяких странных типов. Убери отсюда этого нарушителя. Уберу. А как? Выгнать? Да ладно, тебе всего один разок. Да и он был не особо против. А я уж думал, что нашел себе хорошего парня. Осуждаем. Такой на территории РФ мы категорически осуждаем. Да в чем его проблема? С меня хватит, я ухожу. Не-не-не-не-не-не-не-не, клиент всегда прав. Мы вам скидку предоставим.
Не-не-не-не-не, никто больше не потревожит. Нет, стой! Стой, говорю, стой! Ну не-не-не-не-не, ну это недоразумение, ну скидка, ну, блин. Следующее плавание за наш счет. Ну, до свидания. Ой, здравствуйте, бабуленька. Или кто бы там. Послушать. Влажные салфетки, гель для душа, бритва. Салфетки, гель, бритва. Так, все, иди сюда. Салфетки, гель, бритва, значит, салфетки. Бритва есть. Ой, извините. Из рук все валится. Да я просто в шоке. Тут такое недоразумение произошло. Просто ужас. Послушать. Шампунь. Коротко, ясно. Вопросов нет. Вы семья? Ты ее ждешь? Приятного вам семейного отдыха в таком случае. Боже, какая вы молодая. Вы, видно, работаете недавно. Мы здесь частенько бываем. Приятно познакомиться. Ну, уже, Мия, скажи что-нибудь. Она мне нравится. Вы уж простите. Она совсем неплохой человек. Кстати, мне кажется, я где-то видела лицо точь-в-точь, как у вас. Кто же это мог быть? Может, какая-нибудь знаменитость, да? Нет, ничего подобного. А, точно, вы ведь очень похожи на девушку, которая работала здесь до вас. А где она сейчас? Самое интересно. Давненько я ее уже не видала. Но с тех пор прошли уже годы. Да вы и вправду очень на нее похожи. Ты как считаешь, Мия? Бывшая сотрудница? На нее? Это же та девочка, которая внезапно исчезла, да? Не думаю, что они похожи. Тем не менее, эта девочка мне совсем не нравится. Она вообще не подходит для этого места. Боже, ну как ты можешь такое говорить? Не обращайте на нее внимания. Старайтесь изо всех сил. Я тебя просто в этой баньке зажарю. А подожди, стой, я же тебя отпустил. Вот, да, я тебя отпустила. Секунду. Блин, наследили тут. Так, здесь я не смогу пройти. То есть я принципиально должна через мужскую баньку ходить к женщинам. Интересная политика, конечно. Так, женщины. Немножко вам убавить. По идее, должно быть идеально. Так, с этой стороны? Да, с этой стороны. Как вы тут поживаете? Так, волосы не стрижем. Что-то там это. Так, совместно не тусуете, не плаваете, волосы не стрижете. Не дебоши... Так, а это норм, что вы вместе... Что значит совместное? Совместное это то, что они сейчас делают? Мне сейчас выгонять или все нормально? Женская раздевалка. Работа еще не окончена. А, вот она, женская, мужская. Все, понято, как можно скоротать. Послушать. Бритва, гель для душа, шампунь. Шампунь. Гель. Так, пока я не понимаю, что я делаю так или не так. Бритва. Подожди, прежде чем я тебя приму. Смешанные ванны. Вот что это совместное посещение? Мне их выгонять? Что мне делать? Подождите, татуировки, опьянение. От купальных костюмов. Фотографии. Надо еще запомнить. Ой. Вы подвисли, ребят. Кстати, я Рэй. А где ты живешь? А, можешь не отвечать. Я же гений, такие вещи сразу понимаю. Ты ведь живешь в квартире неподалеку, правда? О, я угадал? Может, как-нибудь в гости загляну? Не надо. А почему у меня все еще три человечка сверху? Это жизни мои или что? Это успешно принятый клиент и безуспешно принятый клиент. Что это? Так, убираем. Сори, извините, тут... Ой. Ты ничего не делалась. Я просто убираюсь. И в мыслях не было вас выгонять. Ну, вы вроде адекватный молодой человек. Татуировок я у вас не вижу.
Купальник я на вас тоже не вижу. Пока никакой херни вы не совершаете. Ну, хорошо, приятного вам купания. Бегу, бегу, бегу. Кто там, где там? Кому я надо? Да, что ж такое, не пролезаю в проем. Послушать, шампунь, гель, салфетки, полотенце. Так, шампунь, гель, салфетки, полотенце. Хорошо. Полотенце, салфетки. Анта. Не мне себе слишком много, только потому что ты молодая. В деревне ты должна работать на благо сообщества. Откуда ты приехала? Не можешь ответить. Что за грубиянка? Я сама из города и очень много пережила на своей шкуре. Тебе бы быть более учтивой. К тому же, как ты можешь пускать в баню таких грязных женщин? Мне мерзко даже находиться с ними в одном помещении. Сказала она и пошла в баньку. Так, девчонки тут наследили. Первый проеб по температуре. То есть это все-таки проебы. Да ничего не делать. Конечно, хотелось бы выгнать. Есть правило не хамить. Вообще тут одни беды от вас. Спокойно. Значит, что мы делаем? Мы идем. Стой! Не принимаю я вас. Я могла и через женскую пройти. Сейчас я привыкну. Идем в бойлерную. Что мы видим? У девушек всю норму, у мужчин какая-то задница. Мужчинам быренько так. Опа! Ой, наоборот же у них пекло. Что я делаю? Спокойно, живем. Живем. Где выход-то? Тёть, сидите. Все нормально? Я, наверное, за ними должна по камерам следить. А как иначе-то? Приветствую. Как делишки? Послушать. Бритва, салфетки, гель, шампунь. Гель, шампунь, салфетки, бритва, короче. Так. Спокойно. Угу. Йо-хо. Приветик. Эй, погоди-ка. Неужели красавчики тоже ходят в такие старые бани? Шикарно. Белые волосы, бледная кожа. Точь-точь мой типаж. О ком вы говорите? Ты что, не видишь? Того красавчика просто невероятная аура. Эй, погоди-ка, а мужчинам вообще можно заходить в женскую баню? А если он красавчик, то это допустимо? Типа, только для красавчиков. Ого-ого, так правда можно, но погоди-ка, как-то это уже странно. Нельзя. Еще раз, я все время забываю, смешаны. Не плавать, не бегать, не спать, это и да. Фотографии, волосы... Так. Выгнать. Ну вот, я только собиралась поплавать с моим любимым надувным кругом. Какой облом. Я боюсь спросить, это ты мне все раскидал или что это, блядь? Но она в купальнике, нельзя. Избегать купальных костюмов. И уж тем более кругов, 100%. Наследили тут. Жесть, они наследили, а мне убирай. Здравствуйте, у нас тут немножко беспорядок, простите, задебоширили, да. Полотенце, влажные салфетки. Чё закрыто? Что происходит? Почему там закрыто? Пополнить. Хорошо, полотенце. Благо здесь не надо самой расставлять все. Выглядишь молодо. Так ты и есть та новая работница, о которой рассказывал босс? Но теперь я вполне понимаю, почему хозяин тебя нанял.
Это намек какой-то? Ты смотри мне. Волосы не стриги, не плавай, не фоткайся. Совместные ванны не принимай. В купальнике не ходи. Это не засыпай там. Татуировки. Стой. Нельзя. Что? Боже же сказал, что сюда можно с тату. Эй, не зазнавайся там. Лучше гляди в оба. Я как раз гляжу. А, или ты мне про бойлерную напоминаешь? Да, спасибо. Погляжу, пожалуй, в оба. Блин, у вас горячо там. Мужчин норм. Короче, у женщин надо температурку наоборот, убавить. Гель-шампунь. Забираем. Шампунь. Гель. Вашему ребенку меньше 7? Типа с ребенком. Это не детям, а конкретно с ребенком. От там младше 6. О, о чем вы? Там же написано, что детям до 7 лет разрешено заходить в женскую баню. Вот оно о чем. Раз уж вы здесь работаете, то будьте добры выучить собственные правила. 6 лет, слышишь? Бордеет она. А ну стоять! Стоять бояться! Нельзя! Какие... Чего? С какой кстати должна уходить отсюда? Ты чокнутая. Ну, я нет, а вот вы, возможно. А, бойлерная, точно, спасибо. А ты куда? А ты куда? Стой! Куда без матери? Алло! Так, меня там засчитали, кстати, второй... Это что за музыка? Это музыка того, что мне... Пора заканчивать рабочий день или что это? А ну-ка, что тут? А чё женщины так пекутся-то у нас? Не надо нам. Прожарка медиум. Так, всё с этой стороны. Подождите, а хрен ли мальчик зашел? Я вообще-то была против. Пацан, я тебя выгнать пыталась. А что, надо было всех отдельно выгонять? Я... Чего? А, выключили сушку. Хорошо. Не, ну я думала, они в комплекте идут. Мол, ребенок, мать. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Вообще такое произошло, не поверите. Значит, я многих клиентов выгнала. Они мне утверждали, что вы там детей... Как звучит правило, да, совместное посещение, вот это вот. Разрешено до 6 лет, они мне утверждали, что до 7. Пытались пройтись кругом, с татуировками, там красавчиков охмурить. Еще мне тут, короче, раскидали всю витрину. Просто вообще ужас какой-то. А еще там, кстати, пацанчик сидит. Вот он выходить не хочет. Вот что мне с ним делать? Скажи мне, пожалуйста, вот смотри, короче, да, идешь. А где? Секунду, я где сейчас? В женской. Эй! А пацанчика мы немножко просрали. Ну хорошо, тебе об этом знать, я думаю, не обязательно. Убираю пол. Все здесь было цивильненько. Честно-пречестно, все так и было. Похоже, сегодня ты периодически ошиблась. Ну, извините, первый день на работе, я исправлюсь, я понимаю. Я свои ошибки учту, отработаю, все будет просто вот на высшем уровне. Знаешь, скольких я выгнала? Знаешь, скольких по всем правилам я выпроводила отсюда? Прям не щадила. Никаких взяток не брала, да они и не предлагали. Зато деньги с них поимели.
Завтра постарайся как следует, хорошо? Да. Что ж, а теперь займись уборкой. После того, как закончишь, можешь принять ванну. Ну все, я пошел. Уборкой, значит, да? А что? Что ты мне предлагаешь там сделать? А, ванны! Ты мне подсвечиваешь сами ванны. Хорошо. А вот и пацан. В этой бане живет один призрак. Будь осторожна. Послушай, твоя мама уже ушла. Мама? Стоп, а если бы я маму не выгнала, то что бы было? Мама? У меня нет мамы. А ну, сейчас я тебя этим крюком за шкирку поймаю. Деньги дай. Ну ладно, ладно, они заплатили. Нет мамы, значит. Прекрасно. А здесь ничего мыть не надо? Зря сливал, но вот тут надо. Так, отмываем. Отмыли. Еще ванночки. Так, нет, ключом мы явно не почистим. И ронять его туда тоже не стоит. Конечно, можно запоминать, кто где сидел, но мне кажется, проще все слить, где надо почистить, где не надо, ну и бог с ним. Нальем просто новую водичку. У нас тут много грязи. Достаточно. Так, хорошо. Идем через бойлерную. Что по температуре, кстати? Все гуд. Все гуд, все супер. Хорошо, прелестно. Извините. Здесь кто-то есть? Прошу прощения. На сегодня бани уже закрыты. Нет, вы не так поняли. Я здесь работаю. Тут не хватает тазиков. Не могли бы вы перебросить мне один? Хорошо. Пожалуйста, не заходите сюда. А куда сюда? Подожди, я чищу. Уже не чищу. А куда сюда? Сюда? Не заходить? Ну, желанием не горю. А тазик мне где взять? Окей, тазик нашел. А, извините. Мы таскаем. О! Тазик с шиншиллами подойдет? А тазик с шиншиллами не доносится до вас. А ну-ка. А ну попробуем по чуть-чуть. Что не так? Это баг или что? Или так и задумано? Забери свой тазик. Я его донести не могу, он тут исчезает. Куда мне его деть-то? Я боюсь туда заходить сейчас, она меня покарает. Куда мне тазик-то деть? Куда сюда? Пожалуйста, не заходите сюда. А, туда тазик? Ну, бери. А мне что делать? Вот знаете, я, как обычно, на своих затупах прибегала к прохождению Куплинова. Да не захожу я даже не понимаю, куда не заходить. Вот, он верно подметил, что не хватает заданий. Вот чтобы слева где-нибудь писались задания. Так, во-первых, мы починили гору тазиков. Башенку из тазиков. А во-вторых, мне же сказали бросить на правую кнопку мыши. Я еще в голове на это сделала акцент, но не проговорила, и у меня как-то не отложилось. Конечно, могу перебросить тебе тазик. Держи. Большое вам спасибо. А, и все, мне дальше можно чистить. Вообще, как будто бы ничего и не было. Ла-ла-ла, я чищу бани. Но это на самом деле ничего себе. У тебя там напротив призрак? А ты такой, ну хорошо, ну призрак и призрак, что бубнить-то? Пойду ванну почищу. Ну как ванну, баньки.
Раз банька, два банька. И все грязное. Да у нас сколько чистых было? Одна или две? По-моему, даже одна. Спокойно. Почистили. На сегодня с уборкой покончено. Надо бы принять душ. А где? А, здесь же. Без вопросов. Прими. Наклониться вниз. Наклонилась. Д. А. Д. А. Д. А. А, надо просто их сжать. Хорошо. Д. А. Д. А. Пацан опять. Ну, ёшкин ты. К девушкам не ходить. Что ты делаешь? Что, опять да? А, шампунь. Теперь шампунь. Мой спидран по мытью. Он сейчас будет сзади, да? По всем канонам. А, я же говорю, это какая-то обезьянка или что это? Так, мы помылись. Мне опять куда-то нельзя заходить или уже можно? Туда пошла. Я могу сюда теперь зайти? Мне тут как бы обезьяна не дает рабочий день закончить. Я так думаю, что... Мне не простят, если я отдам ванну вот в таком состоянии. Да в чем ванну? Баню? Ёшкин матрёшкин. Куча бабуинов. За что? А ты, кстати... Блин, хотела сказать, что не тот ли этот мальчик, который разыскивался, но этому мальчику явно меньше 7. А тому было 23 на секундочку. Пока мне все нравится, пока свои деньги оправдывать. Сейчас, скорее всего, начнется второй день, и мы на этом уже закончим. Правильно? Ну, судя по всему, правильно. Пора на работу. Да, она уже там выспалась. Что же это было вчера? А что было вчера, мы узнаем уже завтра. Ладно, завтра я погорячилась. Узнаем тогда, когда я буду записывать продолжение. Узнаем тогда, когда я смонтирую это продолжение. Ну а пока что, ребятки. Игрушка классная, продолжать будем. Не забывайте про 4 простых действия. Поставить лайк, написать комментарий, подписаться и нажать колокольчик. Ну а с вами была Дилнос, я вас всех люблю. Пока. Парьтесь только в проверенных местах.